прицелом на столетие. В честь векового юбилея со дня рождения легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова на Урале проходит памятная эстафета. Сотрудники Нацгвардии собирают и разбирают автомат на время. Южноуральские бойцы подошли к выполнению норматива нестандартно. К выполнению норматива приступить. Боец специального подразделения разбирает и собирает легендарный калаш с завязанными глазами. Уметь обращаться с автоматом и быстро разбирать его – обязательное упражнение огневой подготовки. Этот навык в боевых условиях может спасти жизнь. Но автомат Калашникова военнослужащий должен уметь разбирать и собирать. Это, во-первых, он должен при выполнении каких-то специальных заданий, то есть если что-то утыкание какое-то происходит или загрязнение, сотрудник военнослужащий должен почистить автомат Калашникова, быстро устранить какие-то помехи, обратно собрать и выполнять поставленную задачу. Для выполнения норматива на отлично нужно при разборке уложиться в 13 секунд, при сборке в 23. Южноуральские бойцы спецподразделения приняли эстафету с прицелом на столетие от Тюмени и передали дальше. Далее передаем эстафету коллегам из Кургана.